Доброй традицией в нашем районе стало проведение морского конкурса «Юнг. Алые паруса» среди учащихся младших классов. Конкурс посвящен памяти основателя клуба юных моряков «Фрегат» Александра Кравчины. Актовый зал 12-й школы заполнился славянской детворой. Ребята неравнодушны к героическому прошлому российского флота. Они изучают морские традиции и охотно применяют полученные знания на практике. Ребята с 14 школ нашего района приехали сюда для того, чтобы посоревноваться в своих навыках и умениях, все, что касается морского дела. Это очень здорово, что это дело живет, что именно клуб юных моряков «Фрегат», он продолжает свое существование. Районный морской конкурс «Юнг. Алые паруса» дает увлеченным ребятам все возможности, чтобы выступить ярко и убедительно, показать свои умения работать в команде. Мы подготовили все флаги, мы подготовили узлы, мы подготовили значение многих слов. Также мы будем представлять нас. Всех собравшихся приветствовал начальник управления по делам молодежи Олег Смольников, который сказал самые добрые слова в адрес Александра Александровича Кравчины и выразил уверенность, что лучшие традиции будут продолжены. Спасибо за то, что продолжаете эти традиции, за то, что продолжаете все те начинания и опыт, перенятый у этого замечательного человека. Вам, ребята, я желаю, чтобы вы как можно больше постигли умений, знаний, навыков и интереса для своей творческой деятельности, для своей учебы, для того, чтобы вы развивались. Главная задача конкурса – популяризировать среди юношества профессию моряка, прививать любовь к морскому делу, воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма. Самым серьезным состязанием предшествовал конкурс представления команд. Танцы, сценки, стихи и песни – ребята постарались продемонстрировать все свои незаурядные таланты. Зрители тепло поддерживали выступающих, и те старались вовсю. Трап убрать, отдать шпортовы, якоря поднять, готовы! Ветер попутный, ровный посад, матросы на рее поднять паруса! Есть поднять паруса! Полный вперед! Есть полный вперед! Затем в борьбу за лидерство вступили капитаны и штурманы. Ребята вязали морские узлы, участвовали в конкурсе «Флажный семафор», перетягивали канат. По итогам морского конкурса «Юнг» победителем стала команда «Алые паруса» из 5-й школы. На втором месте ребята из «Галса» 16-й школы и замыкает тройку призеров команда «Пиратское братство» из 6-й школы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».